Перед тем, как сесть за парты, выстроиться в ряд и поднять флаг Российской Федерации, во всех школах страны вводится новая патриотическая традиция. В Ульяновске первопроходцем стала первая гимназия. Церемонию посетила министр просвещения и воспитания Наталья Семенова. Утром в 7:50 в школьном дворе прозвучал гимн нашей страны, и флаги взмыли ввысь. Для нас важно, чтобы каждый ребенок понимал смысл каждого слова в гимне, понимал важность государственных символов, уверенно чувствовал себя в той зачастую неправдивой истории, а мы про правду, мы про сохранение, мы про наследие, об этом не единожды уже говорил президент страны. Идею президента поддерживает и президент первой гимназии. Десятиклассник Глеб Грибалев считает, что сейчас необходимо направлять молодежь в правильное русло. Особенно внимательно надо относиться к ребятам переходного возраста. Как раз-таки более старшим ребятам, потому что первый класс и, в принципе, младшеклассники, они мало что понимают. А старшеклассники, они уже могут анализировать, строить, делать какие-то свои выводы. У них есть свои взгляды, и эти взгляды только-только начинают формироваться. Первая церемония прошла камерно, на ней присутствовал один класс. Но, по словам Натальи Семеновой, подобные построения будут и массовыми, с участием учеников из нескольких параллелей. С 1 мая по возможности линейки будут проводиться во всех школах Ульяновской области. А с 1 сентября эту традицию сделают обязательной. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.